Друзья, добрейшего времени суток, и сегодня я хочу вам рассказать, какие деньги можно получать в компании APL. То есть я расскажу о главных моментах маркетинг-плана. Итак, чтобы получить доступ к системе вознаграждения к оптовым ценам, вы оплачиваете партнерский доступ в размере 25 UE и выбираете ассортимент продукции, который вам необходим. Я рекомендую выбрать презентационный набор, это все 15 номинований, это вход лидер. Дальше ваша задача пригласить минимум двух, а лучше четверых партнеров. Одного партнера вы размещаете в бинарной схеме в левую команду. Это общая команда вместе со спонсором. И вы про нее даже можете временно забыть. Здесь всегда будет по умолчанию большой объем. А это будет вторая команда, будем считать это малая ветка, где вот у вас вы размещаете трех своих еще партнеров. И предположим, каждый из них будет приглашать по 4. Ну, во-первых, вы получаете стартовый бонус за приглашение четверых партнеров. Это 420 условных единиц. Вы получаете групповой бонус, это 25% с PV или 10% с условным единицей 180 UE. Кстати, это уже сразу 600 UE, вы возвращаете деньги, которые вы вложили при покупке 15 номинований дорожая Community SA. Дальше идет превращение. Каждый период, предположим, ваша команда приглашает по 4 человека. Это может быть раз в неделю, раз в месяц. И, например, когда ваши трое партнера пригласят по 4, у вас будет на выходе 720 UE по групповому бонусу. Когда еще они пригласят, это 2880 и так далее. Есть ограничения по групповому бонусу. Вы не можете получать более 10 тысяч евро в неделю с одной ветки. Это 40 тысяч евро в месяц. Но вам компания разрешает открыть 9 веток. С 8 веток вы можете получать по 40 тысяч евро. Это 320 тысяч евро. Дальше. Дальше только все начинается. Ваши люди начинают зарабатывать деньги, и вы получаете чек от чека. Процент от группового бонуса ваших партнеров. Это лидерский бонус. 20% с первого уровня, 10% со второго, 5% с третьего, четвертого, пятого, 3 с шестого и 2 с седьмого. Если опять-таки мы рассмотрим пример приумножения на 4, у вас выстраивается команда на 7 уровнях 21 844 партнера. Даже если они зарабатывают по 50 евро, вы получите 2%, 1 евро это 21 844. А если у вас на первом уровне будет лидер, партнер, который выйдет на максимальный чек, вы можете с одного партнера получать 64 тысячи евро лидерского бонуса. Но самое главное, у вас выстроилась структура, которая вам будет приносить пассивный доход. Пассивный доход в сетевом бизнесе – это как раз процент от повторных закупок ваших партнеров. Итак, при приумножении на 4 у вас на 6 уровнях структура 5460 человек. Все это можете посчитать на калькуляторе. И минимальная активность компании – это всего лишь 2 коробочки Accumulate SA, 40 PV. При таком приумножении структура сделает объем 218 400 PV. С первого уровня вы можете получать 5, со второго 6, 7, 8, 9, 10. Но если вы на входе Diamond, вы со всех уровней получаете 10%. 10% с этой суммы 21 840 UE. Есть еще дополнительные проценты для директоров 7 уровня и до бесконечности. Вот такие деньги вы можете довольно быстро и много начать зарабатывать в компании APL. Принимайте решения и будьте вместе с нами.